О, мой друг дорогой, в жизни краткой земной, чем ты Господа Бога прославил? Ты назад оглянись и проверь свою жизнь, что для славы Его ты оставил. Вспомни день, когда из тисков суеты друг Спасителю Богу молился. Он твой лепет принял, бремя грешное снял, Духа Божия в дар тебе дал. Ты так радостен стал, всю хвалу воспевал, и Иисусу в тот день незабвенный, и Ему ты душой в этот день дорогой дал обет нерушимый и священный. Ты сказал: «О Господь, дух мой слабый и плоть, я тебе совершенно вручаю, верой правдой служить, для тебя только жить, самого я себя посвящаю. А спасители ты, средь мирской суеты, говорил друг везде и повсюду, и спасение принять предлагал ты греховному люду. В церковь Божью тогда ты вступил без стыда для общения с ним святого, чтобы вместе страдать, плач и скорбь разделять ради славы Христа дорогого. Но прошел первый пыл, ты любовью остыл, стал опять суетой увлекаться, а уж в сердце твоем, прежде чистом святом, негде духу Христа помещаться. И открыть уста, проповедовать Христа ты не можешь теперь уж свободно от того, что в делах, в этот час и в словах оказался слугою негодным. Слово Божье тебя, словно пламя огня, как услышишь, всегда обличает. В сердце чудный покой, дух утерян тобой, и светильник в тебе угасает. А кругом так темно, видно зло лишь одно, гибнет мир, ты о том твердо знаешь. У тебя ж, милый друг, есть сокрытый талант, ты его в оборот не пускаешь. Но подумай, наш Спаситель Господь, Он своих верных слуг награждает, а негодных рабов, потерявших любовь, от лица изгоняет. О, мой друг дорогой, в жизни краткой земной, чем ты Господа Бога прославил? Ты назад оглянись, просмотри свою жизнь, и тогда плод для Бога Его ты оставишь. Аминь.